Здравствуйте, с вами GSM Moscow. Сейчас мы будем ремонтировать iPhone 5 после попадания влаги. Для начала нам нужно его разобрать. Открутили нижние винты, подняли дисплей, защиты отсутствуют. Снимаем дисплей и на этом аппарате будем менять контроллер питания, который находится с нижней части платы, и чистить коррозию и менять обвязку. Сейчас мы приступаем, откручиваем полностью все винты, снимаем шлифы, достаем печатную плату из корпуса. Контроллер питания на iPhone 5 находится вот под этой защитой, вот в этом месте. Мы его и будем менять. Мы заменили контроллер питания на iPhone 5 и обвязку контроллера питания и почистили от коррозии. Сейчас собираем аппарат в обратной последовательности. На плате установили обратно защиты. Сейчас будем собирать телефон в обратной последовательности. Мы заменили на iPhone 5 контроллер питания и почистили телефон от коррозии. Всем пока!